Последний из выживших. Че, никак же? Ты же сейчас пыкал. Давай, я подергаю. Может, тут и газовый наш? В натуре 5 давления. Вот это аппарат, блин. А сцепление какое легкое? Сцепление легкое какое? Сцепление, говорю, легкое какое? Все на гидравлике, короче, не попробуй. Они тоже на гидравлике? Слышь, дай прокатнусь, а? Я сегодня на нем сеять буду. Я сегодня на нем сесть буду. Я еще не знаю, когда завтра тут доеду. Что, друзья, едем? Время 8. Скоро будем на месте. Андрюха, Горя, Алтайчик.
ручки начали лопаться. Невозможно. Сухие становятся после воды. Продолжаем работать. Кстати, сегодня с нами, со мной на пару бегает Т4А. Бегает он на третьей передаче. Я его не догоняю и не отстаю. Короче, прилично он бежит, 10 километров, наверное. Ну, я 10 хожу, и он также не отрывается и не догоняет. Короче, вот такая песня. С той стороны началось сегодня прибавляться прям так бодренько, и мне веселее стало работать. А то один ездишь, 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 гон в одну сторону, две, 150, и вот катаешься, катаешься. Два круга засыпка, два круга засыпка. Короче, надоело уже одному. Сейчас с той стороны маленько поджимает Т4А. Трактор 85-го года делает нового, который 80 часов отработал, на раз-два, блин, и ходит наравне со мной. А в нем, если я не ошибаюсь, 130, по-моему, кобыл. Обычная шестерка рядная, атмосферная. А нагоняет, прям айда пошел. Идет уверенно, не греется, 80, не дымит, блин, вообще. Вот это я понимаю, была техника. В моем 212 кобыл и хожу с ним наравне. Две разные вещи, блин. Практически на сотку больше, а толк. Вот что значит гусеничный трактор советского производства. Бегает до сих пор. Не знаю, сколько мы сеем, поскольку, потому что в этом году что-то считать неохота. Тут еще связь фигово ловит. Никак не могу длину гона померить. И что-то как-то все бегом-бегом заматываешься, не высыпаешься током. Блин, честно говоря, не до статистики. Вот это поле 160 гектар. Сегодня Андрюха, кстати, в ночь на моем пойдет. И он его досеет. Получится на 130-160, уже 290 гектар ячменя будет посеян. По сегодняшней ночи, если нормально все пройдет. И еще предстоит приличный гектар 150, наверное, ячменя. Потом почти 200 нута, 100 проса, суданки 150, наверное. И потом отцепляем эти сеялки, зацепляем культиваторы. Вперед делаем предпосевную подготовку под подсолнечник и кукурузу. Такие вот дела, такой вот расклад. Ладно, едем. Сейчас последний круг, засыпаемся, время 7:30. Сделаю еще кружок и ставлю трактор минут 15, чтобы постоял, масло, стекло, проверить масло, сеялку и сдавать смену. Что, друзья, вот и подходит сегодня конец рабочего дня.
рабочей смены. Время без 15:08. Делаю последний кружок. Остается тут немного. За ночь Андрюха закончит и приедет на следующую делянку, следующего поля. Будем сеять, продолжать ячмень. Как закончится это поле, будет 290 гектар ячменя посеяно. Такие вот дела. Скорость все так же, 10 км в час. Норма та же, глубина та же, настройки все по-прежнему те же. Вот такой вот расклад. Вот такие вот дела. Так что, ребята, сейчас доезжаю. У меня пересменка. И до завтра. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, комментируем. Ждем следующего ролика. Завтра постараюсь снять побольше, что-нибудь интересное. Камеру куда-нибудь в интересные места буду ставить. Сегодня что-то, блин, так неохота, не выспался и вообще никакого настроения. Что-то где-то прыгать, снимать. Блин, жесть, устал еще очень сильно. Завтра, сегодня лягу пораньше спать. Завтра буду снимать нормально. Так что давайте, до скорых встреч, всем пока.